Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Челны ТВ в студии Фархат Иванов. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о самых главных и актуальных новостях на сегодня. Новый и без ям. В каких садовых сообществах пройдет ремонт подъездных автомобильных дорог? Расскажет Христина Балабанова. Стоп-пожар. Соблюдает ли правила пожарной безопасности дачники, узнала Айзеля Шаймухаметова. Врачи БСМП спасли от ампутации почти оторванную стопу. Подробнее об уникальной операции в материале Лилии Гатиной. С пользой для здоровья и окружающей среды в Челнах прошла уборка на бегу. Подробности в материале Лейсан Габдрашитовой. Место для прогулок стало местом для захоронения. В парке Гренада появилась небольшая могилка и даже памятная мраморная плита с изображением собаки. Но правда, памятник пробыл там недолго. Уже сегодня утром плита исчезла. Почему? Попыталась разобраться Айзеля Шаймухаметова. На днях челнинцы в парке Гренада в лесополосе нашли новую собачью могилу с мраморным надгробием. Мы сейчас находимся на этом месте, и, как вы видите, могилу уже убрали, и, по всей видимости, тело собаки перехоронили в другом месте. Но выяснить, куда исчезло надгробие с изображением собаки по кличке Чербет, неизвестно. Возможно, после появления информации в интернете хозяева решили перезахоронить своего питомца. В администрации города нам пояснили, что для утилизации умерших кошек и собак в набережных Челнах кладбище не предусмотрено, но есть яма Беккери. Хранить животных на территории общественных пространств нельзя. Утилизация животных осуществляется в яме Беккери. Для этого необходимо обращаться в горкомунхоз. По словам ветеринаров, труп собаки или кошки может стать источником различных заболеваний, в том числе и бешенства. Хоронить животных необходимо в специализированных местах. Такого мнения придерживаются и большинство опрошенных нами челнинцев. Захоронением животных должен заниматься муниципалитет или как там, городские власти. Да, пускай они определяют. Нигде стихийные вот такие могилки создавать, а именно кладбище животных. Гуляют люди, гуляют дети, ходят лыжники зимой, да, и вдруг могилы, мало ли что. Это городские власти, спросите, где могильники у нас должны быть, они определят это место. Но не в центре же города. Это неправильно, конечно, надо следить за этим. Как это, специальные, наверное, люди должны быть, чтобы это... тут полно бегающих собак вообще-то, они ходят. Однако это не первое захоронение животных в городе. Несколько лет назад импровизированное кладбище появилось в поселке ГЭС возле набережной Габдулы Тукая. Несколько могил животных обнесены оградкой, стоят мраморные надгробия. Правда, располагаются они не в местах массового скопления людей. Стоит отметить, что в Челнах есть и крематорий для животных. Он находится в приюте Азира. Айзеля Шаймухаметова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Пока одни дачники дожидаются автобусов, другие готовятся к ремонту. В рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства в садовых товариществах пройдут ремонтные работы подъездных дорог. Какие СНТ вошли в этот список, расскажет Христина Балабанова. Путь к садовому товариществу «Турбина» проходит через неровную дорогу. И не раз дачникам приходилось менять свои планы. Вместо поездки на свои участки отправлялись в автосервис. Ведь машины здесь ломаются часто, сетуют челнинцы. Летом вообще тут грязище не проехать. Ямы тут в основном, видите, какие бугаи. Машины же портятся от этого. Там КамАЗы ездили, жена эту свалку сделали, не проехать. Это тихонько надо ехать, а ровно что было. Пускай лежащие полицейские ставят или что. А машины разбивать тоже, я уже сколько лет ездил. То есть даже машины ломаются? Конечно, жалко машину просто. И камни торчат, и ямки. Надо. И чтобы тут и пешеходы ходят, чтобы и пешеходы пыль не глотали. Совсем скоро подъездная дорога к товариществу «Турбина» приобретет новый вид. В текущем году здесь будет выполнен первый этап ремонта проезжей части. С выделенным бюджетом 40 миллионов рублей. На ремонт дорог в садоводческое общество таких денег нам еще не выделялось. Это будет первый и достаточно серьезные выделенные деньги из бюджета по программе, которую мы начнем реализовывать в этом году. Также ремонтные работы подъездной дороги будут проходить в садовом товариществе «Ардиушка». Строительство будет состоять из двух этапов. Первый начнется в 2023 году. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.
В Татарстане завершился особый противопожарный режим. Он действовал по 10 мая. В этот период нельзя было разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор, использовать открытый огонь для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях. Предварительные итоги подвели в мэрии. Подробнее у Айзилиши Мухаметовой. В большинстве случаев пожары на дачах возникают из-за нарушений правил пожарной безопасности. Часто садоводы оставляют огонь без присмотра, сжигают сухую траву и мусор рядом с постройками. Именно поэтому с дачниками проводится профилактическая работа. К примеру, у СНТ «Гидростроитель-2» большинство садоводов всегда ставят на участке емкости с водой. Рейды проводили, проводят, всегда смотрят. Председатель объезжает. На машине все улицы смотрят, как что это, кто как костры жгет. Я не жгу. Я жгу или рано весной, когда я по снегу, или стараюсь осенью в бочке. У меня кран с водой сразу стоит. Я вот у зятя. У меня там бочка, кран с водой. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды в садовых обществах как Челнов, так и Тукайского района. Только в этом году на территории города было зарегистрировано 42 случая горения сухой травы. Вовремя выключать счетчики, все эти автоматы, когда уходишь. Все. Также проводкой следить в домике. Как попало, мусор не сжигать, не бросать. Все, все свое место было. И все. Для пожароопасности свое место каждого есть у нас. Бочки, такая крышки закрыты, все. Там только сжигаем. Проводку постоянно проверяем. Или что-то. У нас дома печка, так тоже смотрю, чтобы там со второго этажа нормально. Емкости, чтобы были полные. На всякие пожарные, не приведи Господь. Как отметил председатель СНТ «Гидростроитель-2», в этом году в садовом обществе произошло 2 пожара. Первый этот непогашенный, значит, мусор, который жгли в бочке, вечером он разгорелся, ну и сгорело на постройке на 3 участках. Позавчера вот был пожар, значит, этот сгорел частный дом садового, садовода нашего, в конце концов. Вот. Ну, в основном человеческий фактор. В период особого противопожарного режима сотрудниками отделения надзорной деятельности было составлено 10 протоколов на общую сумму 50 тысяч рублей. В данный период сотрудниками пожарной охраны были проведены 63 патрулирования мест массового отдыха граждан, лесопарковой зоны, открытой территории с прилеганием сухой растительности, а также на территории садоводческих обществ. Проведено более 3000 бесед на пожарную тематику. Мэр города, в свою очередь, призвал активизировать работу по профилактике возгорания сухой травы путем покоса и опашки территории. Айзеля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Казань-экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ «Грин», первый этаж, остановка «Глобус». Требуются водители-экспедиторы категории Е. Грузоперевозки по России. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 919-626-3070. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Работая на участке, чуть не лишился конечности. Врачи БСМП спасли ногу мужчины от ампутации. 65-летний челнинец поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ногу пострадавшего затянуло во фрезу мотоблока. ЧП произошло на дачном участке. Подробнее в материале Лили Гатиной. Вот теперь, видите, я уже могу ходить. Все нормально у меня. Это уже сейчас Анатолий Беспалов может передвигаться на своих двоих. Буквально несколько дней назад мужчина едва не лишился стопы. Инцидент произошел в начале мая во время работы с мотоблоком. Ногу пострадавшего затянуло во фрезу работающей техники. Первыми на помощь пришли супруга и соседи пострадавшего. Именно они помогли мужчине вытащить практически оторванную стопу и вызвать скорую. Я надеялся только не на лучший исход. А оказалось, что все нормально. Очень-очень-очень благодарен медицине, и особенно скорой помощи. Всем врачам, всем этим, кто присутствовал, кто помогал, кто это делал.
Очень большой поклон, очень большой, низкий. 65-летний пациент поступил в БСМП с тяжелой травмой нижней трети голени. Врачи диагностировали у него неполный травматический отрыв конечности на уровне голеностопного сустава с вывихом стопы. Практически обнажены были большеберцовые кости. По словам травматолога-ортопеда БСМП Дмитрия Руина, высок был риск потери стопы. Удалось восстановить стопу. Сосудисто-нервный пучок был восстановлен. Стопа сейчас на данный момент теплая, стабилизирована аппаратом внешней фиксации, и пациент готовится на амбулаторное лечение. Пациент перенес две операции. Впереди мужчину ждет реабилитация. Лилия Гатина, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. А волонтеры оказывают помощь военнослужащим. Мезелинские активисты изобрели новые технологии изготовления окопных свечей. Скоро очередную партию отправят бойцам республики, и они смогут протестировать их в зоне СВО. Ну а пока за процессом создания окопных свечей наблюдала наша съемочная группа. Андрей Касаткин изготовлением окопных свечей занимается с декабря прошлого года. За это время волонтер отправил военнослужащим более 3500 штук. Изначально в жестяные баночки картон заправлялся елочкой. Позже его начали сворачивать спиралькой, заливать все парафином. Но при горении образовывалась копоть. Поэтому сегодня активист показал новую технологию изготовления окопных свечей. Что мы подумали? Найти картон, который не коптит. Взяли обычные кассеты из-под яиц, сделали вот такие вот заготовочки, и сейчас вместе с вами мы ее зальем и после протестируем, и возможно, что вот такая свеча не будет коптить, и вместе с вами, то есть, так скажем, откроем новое направление в окопных свечах. Кстати, фитилю, который остается от свечей, Андрей Касаткин также нашел применение. Это его нововведение, которое уже оценили военнослужащие на передовой. Берем три обычные спички, обворачиваем туалетной бумагой и окунаем в парафин. То есть тем самым получается вот такие вот защищенные от влаги спички. При зажигании мы нажимаем, то есть головка освобождается от парафина, и уже можно ее легко обчеркать, зажечь. Все это дело мы приделываем на дно баночки. Там и огарки от свечей, две охотничьи самодельные спички и черкаш. Кроме того, Андрей Касаткин занимается изготовлением подзорных труб печек-ракет. Они более компактные и легкие. Волонтер уже готовит очередную партию гумпомощи для военнослужащих. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ. Укрепили здоровье и позаботились о природе. В Челнах прошел плогинг-забег «Чистый берег». Плогинг-забег – это бег трусцой, при этом необходимо еще и собирать мусор. В нем приняли участие около 130 школьников. Также им помогали преподаватели и экоактивисты. Кто быстрее и больше собрал отходов, узнаем в нашем сюжете. Обозначает, что это начало вашего маршрута. Перед началом уборки на бегу организаторы объяснили участникам правила безопасности, какую территорию им предстоит убирать и за какое время. Ученики и преподаватели убирали в основном территорию за городским пляжем, в народе называемую «коса». Каждая команда получила карту-схему. На ней обозначены участки, которые необходимо очистить. Общая протяженность территории составила примерно 2 километра. Место для плогинг-забега организаторы выбрали не случайно. Дело в том, что берега Ликикамы, вы знаете, довольно сильно загрязняются теми отдыхающими, которые приходят пожарить шашлык или просто отдохнуть на природе. И вот в некоторых местах, которые, так сказать, не прописаны за горсельхозом, не прописаны за городскими службами, они захламляются, конечно, больше всего. Все участники разделились на команды. Мусор ребята собирали раздельно. В белые пакеты они складывали пластик и стекло, в зеленый – все остальные отходы. Участвовал второй раз. В прошлом году участвовали. Место, конечно, никакое не заняли. Но это очень интересно – убираться, тем более в своем же родном городе. Территория маленькая получается, и бегать не получается. Поэтому просто ходим и собираем. Вначале бежали, конечно, а тут уже не разбежишься. Тут каждый сантиметр, наверное, каждый метр мусор. Очень много битого стекла. И это очень опасно для животных, которые пробегают, для окружающих, которые здесь отдыхают. Ребята молодцы. Вот собрали 4 больших мешка за 20 минут. Соревновательный дух, все равно хочется выиграть. Мусор убирали не только в прибрежной зоне, но и на воде. Экоактивисты катались на сапе и собирали с озера те отходы, которые учащиеся не могли достать с берегов. Больше всего там пластиковых бутылок, пакеты, стеклянные бутылки, какие-то обрывки пачек от картошки, башмаки попадаются.
В прошлом году колеса попадались. Кто-то додумался сюда колеса привезти, выкинуть. На уборку отводилось всего 40 минут. Лучше всех в плогинг-забеге «Чистый берег» проявили себя 5 школ. Всего участники раздельно собрали около 130 мешков мусора. В дальнейшем вторичное сырье будет отправлено на перерабатывающие предприятия. Школа номер 30. Аплодисменты. Лисан Габдрашитова, Артем Колесов, новости Челны ТВ. «Поверь в мечту» – в Челнах организовали необычный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие 40 человек в возрасте от 15 до 40 лет. У каждого из них своя история. На финале необычного конкурса присутствовала моя коллега Христина Балабанова. Она подробнее расскажет об этом проекте. «Послушай, как в поле поет рожь, а в лесу ей подпевает соловушка». Читать свои стихи на сцене перед большой публикой – об этом Вероника Плеханова мечтала с детства. Несмотря на ограничения в здоровье, девушка уверенно шла к этой цели. Благодаря участию в проекте «Пара творчества» Вероника смогла исполнить давнюю мечту и открыть в себе новые таланты. «Жизнь – это дар Бога, и она дважды не дается. Ее нужно ценить, а когда мы сковываемся, не только нам тяжело, но и нашему окружению. Поэтому нужно прежде всего идти самому к миру, не ждать, что к тебе придут». В проекте «Пара творчества» приняли участие 40 людей с ограниченными возможностями здоровья. В течение 3 месяца участники проходили мастер-классы. Они учились кулинарному и актерскому мастерству, рисованию, а также фотопозированию. Цель проекта – это развить творческий потенциал молодежи с ограниченными возможностями здоровья, да, и дать эту площадку, да, на которой они смогут себя показать, да, потому что таких площадок на самом деле не очень много. Также в рамках проекта впервые в Челнах прошел показ мод среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Иду к мечте». Идея создания показа принадлежит Зульфие Забаровой. «Это мой первый подобный опыт. Если бы мне год назад кто-то сказал, что я буду заниматься этим, я бы не поверила бы. До этого я не имела никакого отношения к модельной индустрии, тем не менее это интересный, полезный и бесценный опыт». Рахимак воспитывает дочь, работает в детском саду. Визитки и творческие номера участников оценивала компетентное жюри. По итогам их баллов в финале проекта были выбраны мисс и мистер пара творчества. Ими стали Регина и Радик Мехидюковы. Радику тяжело дается ходьба, но на конкурсе он станцевал с бергдансерами. А Регина не видит, но она обладает прекрасными вокальными данными. Родные брат с сестрой показали, что главный их козырь – единение и занятие творчеством. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, которые для вас проведет Роза Хабибулина. На этом у меня все. До встречи на нашем телеканале.